Ну и как она? Ну, расскажи, как провел вечер. Наверное, было круто, да? Да, было круто. Но мы выпили виски и пошли к ней домой. Ага. Эй, как дела, ребят? О, привет, Рональд. Паулин, твои волосы такие красивые. О, спасибо, Рональд. Ты что-то с ними сделала? Они выглядят потрясающе. А, нет, ничего не делала. Они такие пленящие, хочу прикоснуться. О, пожалуйста, хорошо. Не надо. Я даже не собирался. Привет, ребят. Боже мой. Вау, шикарный костюм, Мэтт. Спасибо, Паулин. Да, очень классный костюм, мужик. Это что, Версачи? Да нет, это не Версачи. Вообще говоря, это Версачи. О, Версачи! Ты мне похож на Киллиан Мёрфи из «Острых козырьков», сногсшибательный просто. Слушай, я серьезно похож на Киллиан Мёрфи из «Острых козырьков». Был бы я геем, я бы приударил. Так, ребят, я схожу на обед, скоро вернусь. Не уходи, Паулин. Можно мне потрогать твой костюм, Мэтт? Да, конечно, можешь потрогать костюм, Паулин. Вот, зацени, очень приятный материал. Вау, не знала, что ты так одеваешься. Да, кстати, с ограниченным выпуском. О, какой вкусный сэндвич я съел, что я пропустил? Рональд, ты что, сходил и купил костюм Версачи, как у меня? Что? Нет, я раньше надевал этот костюм. Ну, хорошо, выглядит неплохо, Рональд. Паули, что скажешь? Я выгляжу как Киллиан Мёрфи из «Острых козырьков», да? Да, наверное. Да. Слушайте, там никто не парковал корвет. Сейчас проводит уборку улицы, не хочу, чтобы его эвакуировали. О, знаешь, это мой корвет, сейчас я перепаркую. Стоп, Мэтт, у тебя есть корвет с каких пор? С прошлой недели, вы, ребят, не хотите взглянуть? Нет, обойдёмся. Чувак, показывай! Да, идём, да, давай! Идём. Тогда нет, за мной! Нет, давай, покажи, взглянуть! Пойдемте, ребят. Ребят, куда? Хотите посмотреть на корвет? Да. Ладно, подождите, я с вами. Ну что, готовы взглянуть на эту тачку? Вон она. Боже мой! Эта тачка просто бомба! Да у тебя дела неплохо, так пошли в гору, Мэтт. Да, пару сделок завершил в этом месяце. На этот бежок ушло больше пары сделок, чувак. Может, ты меня прокатишь как-нибудь? Конечно, если справишься с лошадиной силой. О, хватит меня соблазнять. О, я только вспомнил, что забыл отключить кухонную плиту дома. Скоро вернусь, никуда не уходи, Паулин. Оставайся на месте, Паулин! Да, слушай, тачка дорогая. Выглядит бомбезно, чувак. Да, там места двоим хватит. Паулин! Это я! Рональд! Ну, хорошо, что я проверил плиту. Я что-то пропустил. Рональд, ты что, сходил и купил такую же машину, как у меня? Что? Нет, у меня всегда был корвет. Я просто не хвастаюсь, как ты. Что скажешь, Паулин? Я тоже завершил некоторые сделки. Да, да, это здорово. Ну, если хочешь прокатиться, то я здесь. Знаю, ты Мэтта просила прокатиться на корвет. Ну, у меня тоже есть. О, спасибо. Спасибо, Рональд. Да. Гони бабло. Какого черта? Нифига. Ответ неверный. Боже мой, Мэтт! О, нет, его подстрелили. Кто-нибудь скорую! Уже звоню! Пришлите скорую, моего друга подстрелили! Со мной будет все хорошо, не бойся! Да как ты сохраняешь хладнокровие? У меня есть силы, я знаю, что все будет хорошо. Ты самый смелый мужчина, которого я знаю. Я сейчас вернусь, оставайся на месте, Паулин! Дыши, Мэтт, не умирай! О, нет, Паулин, смотри, меня грабитель подстрелил! Рональд, ты что, зашел в сторонку и выстрелил в себя, чтобы быть как я? Что? Нет, вообще-то меня подстрелил грабитель! Паулин, ты считаешь, что я тоже очень смелый мужчина, а, возможно, смелее, чем Мэтт? Да, Рональд, ты тоже смелый, хорошо? Да! Боже мой, Зайка, ты в порядке? Я услышал выстрелы и прибежал настолько быстро, насколько это возможно. Да, Зай, я в порядке, спасибо большое, что пришел. Слава богу, я люблю тебя. Я тоже тебя люблю. Стоп, что такое? Это кто? Почему ты его обнимаешь? Это мой парень, Рональд. У тебя есть парень? Да, а что? Тогда нахуй! Я купил этот костюм Версачи, корвет, и выстрелил себе в живот и получил пулю туда же от грабителя! Что? Озвучено по версии «Время горячей озвучки». Всем спасибо за просмотр и до скорого.